Осенние дни стали короче и холоднее, заставляя вас грустить? Тогда вы по адресу. Баскетбольные смешные не сидели сложа руки и готовы радовать вас новой порцией забавных моментов. Это испанский армеец Серхио Родригес, который идет своим праведным путем. А что же делать с соперником? Правильно, просить покаяния. Друзья, я не желаю с вами драться. Так что если вы извинитесь и покайтесь во всех своих прегрешениях, я, может быть, вас прощу и продолжу свой праведный путь дальше. В мужской суперлиге нашелся кандидат на премию «Самый честный баскетболист» Андрей Логинов, МБА, Москва. У нас прямой эфир с чемпионата по штрафным. Мы только в это играем. Андрюх, как дела? Отлично все. Набьешь штрафной сейчас? Да. Ну, посмотрим сейчас, давайте. Не соврал. Это единственный игрок нашей команды, который говорит правду своей жене, игрокам и вообще всем спасибо. Друзья, а теперь минуточку серьезности. В единой лиге ВТБ продолжается конфликт баскетбольных колец с игроками. Вот кольцо ставит блокшот Седрику Симмонсу из Калева, а здесь уже Александр Семенюк звонко бьет в дужку. После оно отказывается принимать мяч Александра Кудрявцева, блокирует Яника Морейро и грозит пальцем Никите Мещерякову и Дэвиду Кравишу. Дважды. Баскетбольные кольца как бы говорят игрокам лиги: «Не в моем доме». Когда напряжение матча доходит до точки, тренеру надо доносить информацию до игроков как можно быстрее. У нас даже есть запись речи Александра Крутикова. Деван, делай то, что мы учили на тренировках. Следуй плану, у тебя все получится. Просто вспомни тренировки, мы все это уже делали. И Дэвид Сандлер вспомнил. You're doing it. You're becoming mighty. Come on, guys. No. No pain, no gain. Краснодарско-американский богатырь Брайан Квали ценой собственных ошибок заставляет людей смеяться. Сила есть, броска не надо. А здесь, друзья, ничего смешного. Просто Виктор Хряпа поставил 4 блокшота. Скамейка ЦСКА так радовалась успехам своего капитана, что уронила рекламный щит. Никто не пострадал. Только самолюбие игроков УЕФА. И на этом порция веселья и радости от баскетбольных смешных подошла к логическому завершению. Дальше все будет только серьезно.